Этот город всегда был таким спокойным. Не хочу показаться чересчур подозрительным, но это явно заговор. Ее мать была религиозной фанатичкой. Даже не знаю, как они уживались вместе. То, что произошло здесь, не поддается логическому объяснению. И самое главное, никто не поверит, что девочка не была чудовищем. Она была всего лишь ребенком.